Сегодня на территории поселка Кругозерное проживает порядка 6 тысяч человек. Поселок находится на расстоянии 25 километров от Уральска. Несмотря на то, что это недалеко, с поездкой в город и обратно возникают проблемы, говорят жители. Мы долго ждем автобус, около часа. Часто приходится брать такси, это очень дорого. Как решение проблемы мы предлагаем вариант пускать газели. Не по всему Уральску, а только до остановки СХИ. Тогда интервал между автобусами сократится. В свое время пассажироперевозчики заявляют, что этот вопрос прорабатывается. Кто-то хочет, чтобы большой автобус ходил, кто-то хочет, чтобы газели ходили, ну, чаще. Маршрут 51, он едет до Серебрякова, Кругозерное, оттуда на город до базар. Круг составляет 60 километров. Для городского маршрута это очень много. Поэтому и такой интервал 40 минут, и где-то час бывает 60 минут интервал. Чаще мы не можем. Но если совместно с ЖКХ мы будем сейчас этот вопрос разрабатывать, если всех жителей устроить, например, чтобы мы с Кругозерного, с Серебрякова возили до СХИ. Также людей волнует вопрос оформления земли, получения адресной социальной помощи и прописка. Я думаю, эти вопросы актуальны, нужны. Такие встречи нужны для населения. Мы, конечно, на месте, как представители местной власти, мы стараемся эти вопросы решить на месте. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42.